Ты будешь за ним ухаживать? Да. Ты будешь его на улицу водить потом? Я хочу. Спасибо, девочки, большое. Пойду. Ну, я вообще занимаюсь этим 4-й год. Приют. Самая проблема города, нашего государства, это открыть приют. Почему по всей Беларуси есть приюты, а в Могилеве нет приюта? Ни для кошек, ни для собак. Первый раз нашла 9 щенков, позвонила доброму сердцу, которое, конечно, отказалось его взять. Понесла их на базар, начала раздавать, и вот так вот это все закрутилось. И потом еще я пришла с котятами и ушла еще с 15 щенками оттуда, потому что люди принесли вот такую коробочку. Написали в хорошие руки и бросили их. И так продолжалось каждую неделю. Я приходила на базар с меньшими щенками, а уходила с большими. А вы котят не берете для того, чтобы... А, у вас своих много, да? У меня знакомого, не знаю, дедей, двое очень красивых котят. Если, говорит, два котенка, надо просто приносить, но если я не раздам, надо их забрать будет. Ну, понятно, но они очень красивые. Знаете, первые 3 года много. Я по 10 щенков могла раздать и по 10 котят. Но вот в этот год вообще. Я вот за 3 недели ни одного щенка не раздала. Сегодня, правда, одного мальчика. Это чудо, одного мальчика. Ну вот этих щенков мне неделю назад принесли, их на мусорке выкинули. Вот этих 4 малышей. Их выкинули просто на мусорку. Люди обзвонили всех, естественно, все отказались от них. И я их забрала к себе пока. И сколько ему? На передержку. Ему месяц. Месяц? Месяц. Они еще глупенькие, но месяц. Больше всего я хочу, чтобы в Могилеве был приют. Чтобы этих животных меньше выбрасывали на улицу, чтобы их не бросали, чтобы их берегли тоже. Ну, вот этих 4 щенков взяли САПа. Их, да, их должны были усыпить, их забрали. Я уже 4 года работаю, и каждый выходной я стою с ними. А тем более у нас такие объекты горячие, я работаю до 8 часов в субботу. Завтра мне на работу идти. Завтра мне идти на работу, в понедельник на работу. И представьте, такое, у меня животных очень много. Я до 12 ночи, до часу, я только могу убираться, прибираться. А еще с 9 собаками надо гулять. Конечно, я устала. Это бездомные щеночки. Они маленького роста будут. Спасите им жизнь.